Всем привет, друзья! Перед началом этой великой зарубы титанов я хочу объявить конкурс вот на эту футболку. А ты сегодня бомбил? Условия конкурса такие. Нужно подписаться на мою страничку в Инстаграме, она вот тут. Второе, нужно написать хэштег вот под этой фотографией «Хочу футболку», а также отметить трех друзей. И все, и в конце этого месяца вы получите футболку, если вам повезет. Всем удачи, начинаем ролик. Всем привет, друзья! Сейчас будет заруба между мезоморфами. Вот этими пацанами, Женек, Санек. Вот тут будут их инстаграмчики. Семки подписывайтесь есть, бля. Обязательно. Семки есть. Знаете, какие упражнения они будут делать? Они будут жим наклонный делать. Дальше. Жим на плечи. Подъемы штанги на битку. И подтягивание за голову. С хорошей техникой все будут делать на максимум. На максималку. То есть максимальный вес на один раз. Посмотрим, кто выиграет. Ставьте свои ставки, пишите в комментариях. Поехали. Переходим к 80 килограммам, точнее, они переходят, я не перехожу никуда. Короче, задумал один проектик. В чем суть проекта? Я в течение месяца, я вообще хотел с 1 января это сделать, но разбил случайно телефон. А так как проект ориентирован на Инстаграм, то сейчас, пока я его не начал, пока подготавливаю, собираю информацию. Короче, суть проекта. Я целый месяц буду жрать. Точнее, не жрать, а питаться так, как обычный человек, но буду жиреть специально. И потом, по прошествию месяца, 2 месяца я буду худеть. Но худеть буду не так, как в обычном понимании спортсменов, а я просто сбалансирую свое питание и без каких-либо тренировок. То бишь, только за счет питания я хочу посмотреть, насколько я смогу скинуть вес. Скачаться и нет, не буду никакую тренировку делать. Ну, может быть, единственное, буду раз или два в неделю ходить пешком на работу. Вот. И, короче, хочу еще сравнить, что выгоднее. То бишь, питаться нормально, я не говорю сейчас там о какой-то сверх какой-то диете, а просто, ну, обычную пищу, я посчитаю свой БЖУ, сбалансирую все свое питание. Я просто сейчас начал всякие книжки по диетологии писать, там очень много информации, и я вот, ну, полученную информацию хочу как бы проверить. 80 килограмм. Только что сказал, что меня надо снимать, когда я говорю. А у меня иногда происходит такое, спазмики тут небольшие у меня будут. Я не мастурбирую, у меня сосочек свело просто. Раз, два, три. Ну и все. Официально Женек победил. Сейчас Женек будет жать 110 лично для себя. Как думаете, что пожмет, кто, нет? Кто такой? Семки есть? Я. Господа, перед тем, как начать жать 110 килограмм, нужно проделать кое-какие тантрические манипуляции, чтобы открыть 7-ю чакру. Берете вот так. И в астрал, главное, посылаете. 110 килограмм. 2, 3. Ух, красавчик. Он на 2 даже сделает. На 3? Не, на 3 не сделает. На 3 не сделает. Сейчас умрет. Ни хрена себе, на 3. Он и 120 пожмет тут вообще. Я не буду 120 сжать, я порвусь нахер тогда. Или не порвусь, но что-нибудь может выйти. Например, чипсы, которые я сегодня ел. Так, следующее упражнение — это подтягивание. Один раз, один подход будет на максимум. Кто больше сделает в одном подходе, тот и выиграл. Подтягивание за спину.
полетели. Короче, произошла форс-мажорная ситуация. Это хипстеры заняли нажор. Поэтому мы сейчас будем качать бицуху. Тоже будут делать на один раз. Кто больше вес пожмет, тот красавчик. На штанге у нас 30 килограмм, гриф весит 10 килограмм и по десятке. Санек делает на изи. На штанге 40 килограмм, по 15. Санек приступает. На штанге 50 килограмм, следующий подход. Санек приступает. Не, 50 не пошло. Женек решил сразу же сделать 60, а не 50, перескочить. Главное, бицуху не пороть. Да, да, да. Это опасно. Треть сделал 60. Давай, Артурик, чтобы попробовать 50. Че ты его-то снимаешь, ты меня снимай. Нормально. Женек 70 будет делать. Вообще монстр. 70 килограмм. На разочек сделай. Но с читингом, но красава. Так же, как я, 50 сделал. На 15 килограмм меньше, чем Кирешу. И этот вес на 15 килограмм меньше, чем он. Красавчик. Пацаны переходят к жиму. Кто выиграет, как думаете? Я думаю, Женек. Женек везде выиграет. Он весит больше Санька, потому что... 50 килограмм у нас. Тут 15, там 15, гриф 20. Теперь идет очередь 70 килограмм. Ну, готовы? Подожди, мы же закислились уже, надо немножечко отдохнуть. Чтобы из сосцов вылилась молочная кислота. Нет, Санек, все. Санек, попробуешь 80-90? Не будем дальше сжать, ясно? Делай бомбалейлу, говорит. Вот так. На максимум за голову. Сейчас 14 посмотрим. Улиточных подтягиваний. У меня не согнутся, по-моему, я не знаю, как вы выгибаетесь. Как скрич на агдак. Так а там наоборот выгибаться не надо. Ты просто прямо тело держи. Ну это прям... Немного голову. Знаешь почему? Ты тянешь руками себя, да. А надо локтями. Я свои 80 килограмм жира, наверное, столько раз не подниму. Поэтому 4-0, Женек выиграл. Сань, как так? Не знаю, на 13 больше, наверное. А почему? Как ты думаешь? Ну, он больше натренирован. Но он больше весит. Почему весит он в подтягиваниях больше тебя сделал? Ну что, ребят, Женек красавчик. Да, красава. Пишите ему в комментах, да, что он огонь. Весит 85 килограмм, подтягивается довольно неплохо. Поэтому ставим лайки этому видосу. Пишите, чтобы Женек больше появлялся. Это у меня фингал. Мне, кстати, понравился один хэштег. Больше Женька. Больше Женьки. Давайте. Больше Женька, больше Женьки. Пишите больше Женька хэштег, и тогда он будет чаще. Тогда я такой смотрю, вот спасти. Так смотришь, такое чувство, как будто у меня бланш вот здесь. Не, это нормально, это нормально. А хотя да есть. Кто ты, тварь? Отзовись. Тварь. Ладно, ребят, все, пока. Я сплю хорошо. До встречи. Пишите хэштег больше Женька. Не будете спать, не будет массы. Ха-ха-ха.